На круглом столе прозвучали острые для современной России вопросы. В частности, в докладах выступавших были затронуты тревожные факты закрытия по формальным поводам трех протестантских семинарий – баптистской, лютеранской и пятидесятнической. Также речь зашла о предвзятых судебных решениях в Нижнем Новгороде, Калуге и Орле. В результате этих решений евангельские христиане теперь не могут собираться в собственных церковных зданиях. Юристы видят в таких плачевных прецедентах последствия поспешного принятия закона Яровой. После распада Советского Союза уже прошло почти 30 лет, вот, а проблемы-то остаются, их надо решать. Надо поступательности вперед, если мы говорим о правовом государстве, о равенстве всех перед законом, да, о светскости государства, о гарантиях свободы совести. Ну, господа, ну давайте двигаться вперед. Чего ж мы топчемся назад? Даже не топчемся, а уходим в прошлое, в советское прошлое, в богоборческий режим. Вот у нас сегодня уже многие сравнивают советское время и сегодняшнее в области свободы совести. Ну так нельзя. У нас наметилась из России миграция. По религиозному признаку. Притеснение христиан разных деноминаций в российском обществе – опасная тенденция. Это признают и представители православной церкви, самой многочисленной христианской конфессии России. Неужели не ясно нам, что есть противостояние веры и неверия? И кто мне ближе должен быть – неверующий атеист или христианин другой традиции? Зачастую в общественном поле звучит определение православия как традиционной религии. Это в корне неверно. Кстати, сразу скажу, что меня так возмущает, что у нас эти формулировки. Есть четыре религии: православие, иудаизм, буддизм. Православие не религия. Но почему вот везде об этом так пишут, говорят, утверждают? Христианство – это религия. А православие – это традиция, конфессия, это можно канонически определить группа общин, объединенных там кем-то. Адвокаты и общественные организации бьют в набат. Существующее положение дел бросает тень на репутацию России на международной арене, ведь ситуация со свободой совести и вероисповедания – серьезный маркер здорового общества. Михаил Богданов, Дмитрий Ферстанов, новости ТБН.